Нет, если мне откроют такой большой набор Барби, меня даже за ним не видно. В комплекте идет Барби, вот такая зеленая футболка, и лошадка, которая умеет ходить. Тут вот такой трек. Он собирается и на карусель цепляется Барби. На лошадь тоже она. Такой здесь точка, она цепляется на лошадь. Первые штучки. Посмотрите, какой карусель. Она крутится, кружится. О, сколько тут много всего, посмотрите. И много наклеек всяких. Еще один пакетик. Здесь розовая полянка тряги. Больше там ничего нет, кроме этой лошадки и Барби. Ну, открываем очень. Девочка сама себе делает. Девочка поставилась. Он резинка здесь, представляешь? Вот такая мини-девочка. И вот такой хлеб сейчас мы его на девочку один. Получится день. Девочка вот такая. Пожалуйста, пригодилась, ребята. Она очень крутая, но мне снимается вот это. Как конюхня, только розовая. Такая лошадка классная. Лошадка как не работает, она пока без батареек. На него можно посадить эту Барби на ездницу. И будет на ней кататься. Сейчас мы соберем сначала трек, а потом ставим батарейки. И так я еще посадила нашу на ездницу. И надо еще и шлем. А то вам может лошадка сбросить ее случайно. И вот это я прикреплю так. Вот так им сначала. Так, вот чифры. Вставляется здесь дверка. Надо на нее вставить. Вот. Мы собрали. Здесь лошадка проходит с девочкой. Здесь она вот так вот. Здесь она вот так вот проходит. Через такие волосы всякие. Здесь тоже крутится. И она уходит. Мы сейчас ставим батарейки. Лошадь уже прошла через штучку. Погнали за батарейками. Ну что, пробуем запускать. А еще она может кататься на карусели. Вот так. Звезды Всем пока! Вы были на канале Ксения ТВ. Ставьте лайк и всем пока!